Звонят и говорят, а ты где? Чек-то скоро закончится. Не, они про нам не обязательно людям слушать. Свалили, чай пьем. Струны новые стоят. Всем привет, отправляемся с вами на два концерта. Сегодня играем в 2 часа ночи с Линдой на каком-то там пати, а завтра единственный весенний концерт с Рендиго в Москве. У меня случилась беда. Мы вчера играли концерт с Линдой, и саундчек был с часу до 3. И сегодня мы играем примерно в том же месте, там через улицу. И саундчек сегодня с 12 до 2. Я утром два раза посмотрел на наш тайминг и отчетливо видел, что сегодня тоже с часу до 3. И вот я еду не спеша, а мне звонят и говорят, а ты где? Чек-то скоро закончится. Короче, вот теперь придется бежать. Сейчас придется все делать в темпе вальса. Снимать не будет времени, но я постараюсь. Все, отчекался, теперь еду домой, готовится к концерту. Вот такие гостинцы привезли из Краснодара, прям прямиком с доставкой домой.
дома. Сейчас уже 5 утра. Вставать мне в 11, в 12 выезжать. В час саундчек. Уже с Рендиго. Стартуем на чек с Рендиго. Ну вот все, приехали. Я думаю, что я первый. Приехали, а нихера не готовы. Утром чаек, вечером вискарек. Правильно? Согласен. Главное не перепутать. А то будет беда. Струны новые стоят. Старые, вот. На чек готов. Ну вот, все готово. Так, чек закончился, там куча групп, ну их, в общем, пусть тусуются, я слишком, не хочу говорить слово стар, но, в общем, и я хочу покоя перед концертом, поэтому поехал домой покушать и разыграться, вспомнить песенки, потому что мы не репетировали с Рендигом, и делюсь с вами моим обедом. Обедом рок-музыканта, дожили. Оп. Ну вот дома выпрямился, марафет сам себе навел, пока Тимофея нету, можно стартовать в клуб. Ой, что-то дождик начался. We'll be right back.
Спасибо. Свалили. Чай пьем? Тай. Я переживший сухой закон 85-го года. Мне пофигу. Мы из чайника выбили коньяк. Я приехал домой. Всем спасибо, кто досмотрел этот трындец. Сегодняшний концерт Рендиго просто... Ай-яй-яй, дождик идет. Короче, сегодняшний концерт Рендиго... Косяк на косяке, косяком погоняет. Вот такое бывает. Надо это пережить. Вот. Дальше будут выходные. С Линдой 3 недели выходных. И стартуем в тур по Дальнему Востоку. А сейчас отдыхать. До новых встреч, друзья.